22 июня на Старой площади нашей столицы прошел долгожданный турнир KFC Battle в Кыргызстане. 253 команды, несколько месяцев ожесточенных баталий между соперниками. На кону право представлять нашу страну на суперфинале KFC Battle в Москве. Воздух на территории Старой площади был пропитан потом, страстью и духом спортивного соперничества. Благо, в этом состоянии пребывали исключительно сами участники. Ну а гости же турнира получили неимоверный заряд бодрости усилиями организаторов, что устроили большой праздничный концерт, где гулял весь город. KFC уже 8-й год проводит этот замечательный проект KFC Battle. И в нашей стране, в Кыргызстане, мы первый год стартовали с этим проектом. И надеемся, что в следующем году мы продолжим, и будет только все по нарастающей. А в следующем году мы думаем над тем, чтобы помимо футбола уделить большое внимание, возможно, еще и стритболу. И уже на площади мы, возможно, сделаем 2 огромных турнира. Они будут проходить в Кыргызстане, и мы очень надеемся, что в Бишкеке. По итогу же главный приз вечера, а именно путевку на суперфинал KFC Battle Москва, выиграла команда под названием «Кокбюрю». Как признался ее руководитель Аман Тур, ни один из участников команды доселе не играл в профессиональный футбол. Все они являются односельчанами, самому старшему 17 лет, а самому младшему 15. Почему так назвали? Потому что «Кокбюрю» — это игра, спорт, в котором кыргызы действительно лучше всех играют во всем мире. Поэтому вот мы так и назвали команду «Кокбюрю». Хорошо, а скажите, пожалуйста, что вас теперь ждет после победы? Ну, сказали, что поедем в Москву, постараемся там выиграть еще игры и надеемся занять первое место, да? Да. Ну что же, пожелаем удачи ребятам из «Кокбюрю» и надеемся на положительный исход. KFC Battle. Мы за здоровое новое поколение.